Жаркое лето 2016 располагало к ремонту кровель как никогда. По статье капитальных ремонтов на территории ВСМПО было отремонтировано почти на 1000 квадратных метров кровельного полотна, больше, чем значилось в планах. На 200 квадратов была перевыполнена норма по текущим ремонтам. Кроме того, по соцсфере 2900. Это в соцсферу это входит комплекс «Чайка», значит, кровли корпусов изысканного вкуса. И по благотворительности выполнено 2550 квадратных метров. Туда входят школа 17, школа 9, также техникумы имени Евстигнеева и авиатехникум. Таким образом, в нынешнем году было отремонтировано почти 80 тысяч квадратных метров кровель на сумму порядка 100 миллионов рублей. На производственных зданиях использована в основном мягкая кровля с утеплителем. На скатных крышах непопулярный шифер планомерно заменяют на металлочерепицу. Все лето на объектах работали подрядчики из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Верхней Салды. Сухая погода позволяла закрывать до 300 метров кровельного полотна в день. Уже сейчас в отделе по ремонту зданий и сооружений ВСМПО готовятся к следующему сезону ремонтов. На следующий год у нас не закончен 16-й цех, корпус 6. Вот там будут продолжаться работы. Совсем немножко осталось на 32-м цехе. Там практически все кровли отремонтированы. Ну, в 17-м тоже там некоторая часть будет. 22-й цех, корпус 8Б, полностью отремонтирован. И фонари, и вся сама кровля. Вот. Также будут продолжаться работы на кровле цех 37, корпус 2. Также в списке на ремонт кровли в будущем году цех номер 20. Но, как показывает практика, примерно на треть увеличится количество заявок весной, когда сезон обильного таяния снега укажет на тонкие места.